Лидия Федосеева-Шукшина обратилась к внучке с последней просьбой. Причиной стал очередной скандал в семье. Младшая дочь актрисы, Ольга Шукшина, решила, что племяннице не нужна ее доля в четырехкомнатной квартире. Анна же заверила, что половина квартиры – ее собственность по закону. Несколько лет назад Лидия Николаевна переписала апартаменты в Банном переулке на дочерей Ольгу и Марию. Мария Шукшина передала права собственности своей дочке Анне Трегубенко. 85-летняя Лидия Николаевна умоляет внучку отказаться от своей доли в квартире в пользу Ольги. «Квартира должна перейти Ольге, она мне помогает восстанавливаться. Считаю, что это преступление – делить квартиру писателя, актера, режиссера Шукшина и актрисы Шукшиной. Мне очень недолго осталось, мне 85 лет. Я хочу, чтобы эта квартира осталась как память о Василии Макаровиче и обо мне», – заявила Лидия Николаевна.